Только что мы посетили в следственном изоляторе Павла, человека, который в ночь на праздник Корсунской Шпилевской иконы Божией Матери совершил тяжкое злодеяние в отношении руководителя охраны Спасо-Преображенского кафедрального собора и Сумского епархиального управления Анатолия Павловича Борисенко, который сейчас пребывает в критическом состоянии, в глубокой коме на аппарате искусственного дыхания. Целью моего посещения Павла это было благовестие о Христе. Я передал ему Святую Библию, рассказал, как, с чего нужно начинать чтение Священного Писания. Передал ему иконы, книги, передал продукты питания. Павел на словах выразил сожаление о содеянном и просил, чтобы церковь обратилась в суд о снисхождении к нему. Только что мною написано заявление в апелляционный суд в Сумской области о проявлении судом, с просьбой о проявлении судом максимального снисхождения к нему. Достаточно, вы что забудьте.